Всех любителей вязания приветствую, меня зовут Настя, и сегодня я к вам с темой двойная кромочная. Почему решила записать этот урок? Вяжу им кардиган, то есть применяю эту двойную кромочную в своем кардигане, и решила вынести в отдельный урок, потому что, думаю, многим пригодится. Пригодится, например, ну, в принципе, красиво с обеих сторон, во-первых. Допустим, к планке, к кардигану, посмотрите, как шикарно выглядит. С одной стороны косичка, по торцевой стороне косичка. И здесь вытянутая такая косичка, да? Смотрите, как аккуратно и красиво. Потом очень хорошо пригодится, я думаю, где разрезы участвуют. Смотрите, вполне разрез обработан с обеих сторон, очень аккуратно выглядит, даже фабричным. То есть вполне можем использовать где-то, где нужны разрезы. Да? Две, например, соединяем планочки. Ну, у меня здесь, не смотрите, разный узор, да, и будет это выглядеть очень-очень аккуратно. Так, итак, давайте приступим. Нам надо уяснить небольшие, несложные вещи. Смотрите, что мы будем делать. Первую всегда снимаем, последнюю всегда будем провязывать бабушкиной изнаночной петлей. По изнаночной стороне и по лицевой стороне точно так же. Первую снимаем, последнюю провязываем бабушкиной изнаночной. Значит, когда мы начинаем, когда мы набрали петли, я не буду с вами набирать, я думаю, каждый справится, как набрать петли, самым обычным способом. Я набрала нечетное количество петель. Если конкретно для планки, чтобы в избежание вопросов, я сразу озвучу, нечетное количество петель. Так, и будут вопросы. Вяжу, значит, спицами 3,75. И пряжа у меня Alize Cotton Gold, известная пряжа. 55% хлопка и 45% акрила. То есть полухлопок. В 100 граммах 330 метров. И колор у меня обалденный цвет петроль. Он сейчас в тренде. Колор у меня номер 17. Итак, поехали. Первый ряд, когда мы набрали, мы находимся по лицевой стороне. Мы переворачиваемся и вяжем первый изнаночный ряд. Первый изнаночный ряд вяжем следующим образом. Первую петлю снимаем, вторую тоже снимаем, нить перед работой. То есть две петли сняли. Одна у нас кромочная, вторая просто снята. Она будет по той стороне у нас лицевая. На другой стороне будет лицевая, в данном случае она на этой стороне изнаночная, и она у нас снятая, нить перед работой. Далее начинаю вязать узор. У меня узор рис, я буду вязать изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Доходим до конца, у меня последняя изнаночная, и остались две последние петли. Мы предпоследнюю также снимаем нить перед работой, как и со второй поступали петелькой. Первая и, ой, простите, вторую мы снимаем нить перед работой и предпоследняя нить перед работой. И последняя бабушкина изнаночная. Даже для тех, кто вяжет классическими петлями, я тоже вяжу классическими, как я уже сказала, мы будем вязать бабушкины. За счет этого получается вот такая вот красотища. Далее, второй ряд, он у нас уже будет лицевой. Глядя вот на эту косичку, да, чтобы вы не путались, вот здесь по косичке будет видно, где лицевой, где изнаночный ряд. Первый ряд у нас при поворотных рядах всегда идет изнаночным рядом. Далее, второй ряд. Первую сняли. Мы всегда в обоих рядах будем снимать первую, последнюю провязывать бабушкиной изнаночной. Первую сняли, и вот перед нами вот эта вытянутая лицевая, которую мы не провязывали в первом ряду. Во втором ряду мы ее просто провязываем. Далее рис я вяжу по рисунку. Лицо, изнанка. То есть я рис чередую, через два ряда буду чередовать. Здесь раппорт получится в длину, высоту в смысле, 4 ряда. Вот два ряда мы вяжем по рисунку. Единственное, кромочные, да? Мы немножечко, ну, вяжем по-другому. Вот мы дошли до конца, оставили 2 петли. Это наш второй ряд. Он является лицевым рядом. Лицевую провязываем, изнаночную, кромочную провязываем бабушкиной. Все. Далее два ряда эти повторяются. Относительно двойной кромочной урок как бы закончен. Итак, два ряда мы провязали, да, я показывала,
как. Теперь третий ряд по изнаночной стороне у нас тоже идет. Первую снимаем, вторую снимаем нить перед работой. И теперь будем вязать наши петли. Мы два ряда повторяли по рисунку. Над лицевой вязали, лицевую над изнаночной, изнаночной. А теперь в шахматном порядке мы их поменяем. Это для тех, я озвучиваю, кто не знает, как вязать этот узор. То есть передо мной изнаночная следующая, потом лицевая. А я буду вязать наоборот. Третий ряд и четвертый мы будем вязать вот так. Значит, у меня теперь будет здесь лицевая, а где была лицевая, там будет изнаночная. И чередуем, продолжаем до конца ряда. Лицо, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. В конце предпоследнюю снимаем нить перед работой, кромочная, бабушкина, изнаночная. Переворачиваемся на четвертый, в четвертом ряду, это лицевой ряд. Первую снимаем, еще раз, да, повторяем двойную кромочную. В смысле, мы ее повторяем постоянно, просто продолжаю вязать эту двойную кромочную. Первую сняла, вторая лицевая. Теперь смотрим по рисунку. У нас лицевая, вот изнаночная. Начинаю, значит, изнаночная. То есть повторяю все, то, что вижу, то и повторяю. Лежит лицевая, вяжу лицевую. Вот она изнаночная у меня. Изнаночная. Все, вот этот раппорт, 4 ряда в высоту и является моим вот узором для планки для моего кардигана. И последний по лицевой стороне, лицевая. Она у нас, видите, какая вытянутая получилась за счет того, что по изнаночной стороне, по той мы эту петлю вторую и предпоследнюю снимаем не провязанной, а она у нас просто получается вытянутой. Ну и все, последняя у нас кромочная. Итак, в этом уроке мы посмотрели, что такое двойная кромочная. Ну и заодно я вам рассказала, кто не знает, жемчужный рис этот. Всем желаю самых красивых петелек, самых ровных красивых изделий. Ваши кромочные теперь могут быть двойными, вот такими красивыми. Всем благополучия, добра. С вами была Настя. Пока!